В Алайховском районе продолжается усиление ветра в порывах до 20 метров в секунду. Занятия в двух школах административного центра в поселке Чекурдах, а также авиарейсы отменены до улучшения метеоусловий. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Предположительно, погода в Улусе улучшится к 11 ноября. Метель началась 6 ноября. На сегодня температура составляет 14 градусов. Ветер северо-западный 16 метров в секунду. Порывы до 22 метров в секунду. Занятия в двух школах отменены. Авиарейсы в связи с погодными условиями отменены до улучшения метеоусловий. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Погода в районе предположительно улучшится 11 ноября.